В целях поддержать сотрудничество мэр Риги посетил Казанский федеральный университет. И первым делом, что он сделал, выступил с публичной лекцией перед студентами. С неподдельным энтузиазмом гость рассказывал о работе и жизни в Риге. А далее, сразу после встречи со студентами, председатель Рижской думы встретился с представителями других казанских университетов. Нилу Ушакову предложили организовать встречу профессорско-преподавательского состава вузов Татарстана и Латвии, а также продумать возможность проведения фестиваля науки, культуры и спорта среди студентов. Председатель Рижской думы пообещал содействовать научным связям Риги и Казани. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.